Добрый день всем. Меня зовут Марал Сагналиева. Мы сообщество «Открытые инновации». Сегодня, 21 января, мы проводим один из серий тренингов, который называется «Как написать мотивационное письмо». Это один из самых наболевших вопросов, которые студенты всегда спрашивают у нас. Поэтому мы решили сегодня поделиться с тем опытом и той практикой, которую бы студенты могли воспользоваться, чтобы действительно выявить те мотивы, которые необходимы для того, чтобы поступить в университет. И мы будем рады, если вы обязательно просмотрите, послушайте. У нас такие тренинги будут проводиться регулярно по субботам. Мы будем рады вас видеть, будем рады вам помочь. Мы вас ждем. Здравствуйте! Вас приветствует Open Innovations. Открытые инновации. Проект «Открытые инновации» сам по себе инновационный проект. Этот проект рассчитан на общество, на всех, на вас, на каждого из вас, потому что инновации приходят через науку. Почему-то общество привыкло думать, что наука идет сама по себе и не имеет отношения к ним. На самом деле наука имеет отношение. Наука должна быть в нашей жизни, она должна нам помогать, она должна приносить свои плоды, а мы должны уметь пользоваться этими плодами. Наш проект раскрывает как раз-таки самые интересные моменты последних новостей в мире науки. Присоединяйтесь к нам, будет интересно, гарантирую. Сегодня мы организуем небольшой тренинг по написанию мотивационного письма. Приглашаем вас на очень интересный тренинг, который называется «Искусство убеждения». Наверное, многим из вас приходилось хоть раз в жизни выступать на публике, и вы помните это волнение, которое вам постоянно мешало донести ваши мысли, идеи. Вход абсолютно бесплатный. Приходите, узнавайте. Цель нашего проекта «Открытые инновации» – это доступность науки для всех,